Благодаря акции «Не остуди свое сердце» под руководством Ольги Флотской дети Темниковского детского дома, Теплого дома и детского сада 46 чувствуют поддержку, любовь и внимание каждый день. К акции решили присоединиться ветврач Юлия Люкина и ее пациенты. Очень оказалось много неравнодушных пациентов. Буквально на несколько дней была собрана достаточно большая сумма средств, которая пошла на то, чтобы закупить канцтовары для малышей, подарки и не только к учебному Новому году. В этот раз, кроме игрушек и канцтоваров, дети получат еще один подарок. Давно известно, что общение с собакой помогает малышам улучшать память, речь, социальные навыки, избавляет от тревоги, развивает моторику и координацию движений. Собака дарит свою любовь совершенно бескорыстно и тем самым учит детей любить. У многих пациентов, которые очень быстро откликнулись и оказали свою помощь, могут предоставить своих животных. Они обучены, они для социализации детишек, они абсолютно адекватные, все привиты от всех вирусных заболеваний, обработаны, дегерметизированы полностью. Даже предоставили машину нам для того, чтобы доехать до Темниковского детского дома. Обычно благотворительные акции приурочены к праздникам. Но помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, нужна всегда. Они очень рады гостям, любят игры и живое общение. Сделать жизнь этих малышей ярче под силу каждому. Подарки можно приносить в Дом книги на Музрукова или выбрать время и собраться в одну из поездок вместе с волонтерами. Мы также всегда готовы и рады помочь своими посильными возможностями. Волонтеры, опять же, то же самое, «Подари жизнь», приют наш городской тоже оказал свою помощь. И очень девчонки очень тоже щепетильно к этому отнеслись, и к детишкам тоже. Узнать подробнее о благотворительной акции «Не остуди свое сердце» можно по телефонам 51508 и 8-951-908-1852. Наталья Петрунина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.